Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на термофены GF2LS 220 вольт, 1600, 1800 и 2000 Вт. Терморегулятор, дисплей из AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 22 февраля 2019 года. Так, здесь у нас получается три поставки, как уже в заголовке было понятно. 1600, 1800 и 2000 Вт. То есть, чтобы узнать, бесплатная доставка в Россию. Первая комплектация для России 1600 ваттный будет стоить $36.52. 1800 ваттный будет $39.66. И 2000 ватт $42.27. И повторюсь, бесплатная доставка в Россию. Что немаловажно. Но мы посмотрим стоимость для других регионов именно за доставку. Так, смотрим. Беларусь. Бесплатная доставка. И Казахстан. $14.57. А теперь Украина. $6.60. Ну вот. Такие суммы на такой фен. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.